В июле этого года президент Казахстана одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются ужесточения ответственности за нарушение некоторых правил дорожного движения. Два первых – об автомобильных номерах. Так ужесточена административная ответственность за управление транспортным средством без государственных номерных знаков, совершенная повторно в течение года после наложения административного взыскания. Санкция влечет в размере 20 месячных расчетных показателей, а также или лишение права управления транспортным средством на один год. Напомним, месячный расчетный показатель в Казахстане сейчас равен 3063 тенге. То есть при штрафе в 20 МРП придется заплатить в казну более 60 тысяч. Арест теперь грозит и водителям, которые выехали на дорогу с заведомо поддельными номерами, или тем, кто пытается их как-либо спрятать. Ранее именно за это нарушение штрафовали на 20 МРП или лишали прав на год. Теперь предусмотрен административный арест до 5 суток и лишение управления транспортным средством сроком на 1 год. За невыполнение требований сотрудник органов дел об остановке транспортного средства предусмотрена ответственность в размере 40 месячных расчетных показателей, либо арест до 3 суток. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусматривают лишение права управления транспортным средством на срок на 1 год и арест до 5 суток. Если требования полицейских не выполнит человек, прав не имеющий или лишенный их, то отправиться под арест он может на еще более долгий срок. Предусмотрена ответственность в размере 60 месячных расчетных показателей, либо административный арест до 15 суток. Кстати, если вернуться к автомобильным номерам, то в Казахстане введен новый национальный стандарт, согласно которому номерные знаки автомобилей должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации и подделок. К ним отнесено и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров. Обещают, что их невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием, и они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номера. Уточняется, что введение стандарта не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции. Виктор Латашко, Виталий Луговской, РТН.